Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как можно вытащить музыку из видео, как можно извлечь звук из видео. И для этого нам не нужны никакие программы, нам нужен только интернет и какой-нибудь браузер. Вот, к примеру, допустим, вы зашли на YouTube и нашли какую-то песенку. И вам она понравилась, но она в видеофайле, а вы хотите просто извлечь из нее музыку. Вы копируете ссылочку, переходите на этот сайт, вставляете в него эту ссылочку и нажимаете конверт видео. Дальше появляется ссылочка для скачивания. Вы на нее щелкаете и сохраняете. Вот наш сохраненный файл. Вот и все. Если вдруг вам захочется скачать музыку из фильма, ну, допустим, вот есть у нас отрывок фильма, по-моему, называется «Ванильное небо». Но в видео есть разговоры, а они нам не нужны. А вы хотите извлечь только музыку, которая в этом фильме. Вы аналогичным образом копируете ссылочку, переходите на этот же сайт. Вот сюда вставляете вашу ссылочку. Нажимаете конверт видео. Опять скачать. Сохраняете. Вот. Так, наш звук скачался. Ну, в этом звуке есть голоса героев, голоса актеров. А вам нужно только музыку. Вы переходите вот этот сайт. Ссылочки все будут под видео. Щелкаете «Открыть». Открываете файл, который вы скачали. И здесь, в онлайне, делаете обрезание. Нажимаете «Скачать». Сохранить. Вот наш файл. Только музычка. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!